Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Smokers Magazine, и сегодня мы, прогуливаясь по набережной Дона, поговорим о табаке McConnell Scottish Cake. Это смесь красной Вирджинии, высушенной под солнцем, и табака из Каролины. Смесь выдерживается под прессом в течение нескольких недель, после чего нарезается на пластины и разминается. Эта банка, по всей видимости, пролежала довольно долгое время на прилавке магазина, о чем свидетельствовал характерный запах, насыщенный ароматами подбродивших фруктов, сладкого сиропа с несильным цветочным запахом. По цвету смесь сравнительно темная, от коричневого до почти черного табака в кусочках полуразмятого флейка. Смесь кажется довольно влажной, но разминается легко, без каких-либо проблем, набивается в трубку и раскуривается. Первые пробы этого табака оставили хорошее впечатление, вкус был мягким и густым. По мере доступа воздуха к смеси вкус менялся и, к сожалению, совсем не в ту сторону, в которую хотелось бы. На поверхность стал выходить довольно резкий вкус солнечных Вирджиний. Но несмотря на обилие узнаваемого фирменного сладкого соуса, вкус у смеси все же табачный, сладковато-пряный, с едва заметной копченой нотой. Это наталкивает на мысль о присутствии небольшого количества ориентала в смеси. Соус добавляет к этой гамме сладкий привкус изюма. Понравился запах дыма, насыщенный, пряный, сильной нотой ржаного хлеба и легкой сладостью. Аромат действительно хороший и пробуждающий аппетит к этому табаку. И по сути именно эта часть курения заставляет возвращаться к нему вновь. Курится табак ровно и совершенно не жарко. По крепости я бы оценил его уровень на 5-6 баллов из 10. Курение хорошо, но не чрезмерно наполняет никотином. При этом желание набить следующую трубку, дабы не падал в крови уровень витамина N, не возникает. Подводя итоги, могу сказать, что табак оставил после себя хорошее впечатление. Рисковатый вкус, конечно, несколько смазывает общую картину. Но аромат, умеренная крепость и комфортность курения, насколько это возможно, исправляют ситуацию. Что ж, на этом, пожалуй, я и остановлюсь. Если видео вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх и обязательно подпишитесь на обновление канала, чтобы не пропустить выход новых табачных обзоров. Спасибо за просмотр и до встречи на канале Smokers Magazine.